Montreal flag. The Montreal Olympic flag. Торжественно, радостно, неутомимо, красивые, сильные люди земли, неугасающим символом дружбы и мира. И вот мы возвращаемся, 80-й год, 19 июля, Лужники, заполненная арена до отказа, самая большая арена страны, и Виктор Санеев, трехкратный олимпийский чемпион, три Олимпиады выиграны перед этим, это его четвертая, рекордсмен мира в тройном прыжке, самый титулованный на тот момент спортсмен страны, появляется с факелом на дорожке. Многих интересовал вопрос, кто будет зажигать огонь, он или вот тут ответ. Он передает факел Сергею Белову, капитану сборной Советского Союза, победившей в том самом в 72-м году знаменитом финале баскетбольном 3 секунды американцев. This is the 12th Olympic torch to be lit in Olympia. The convoy of runners have brought the flames from four countries: Greece, Bulgaria, Romania. И Сергею вот по этой дорожке, выложенной щитами деревянными, которые держат в руках парни-солдаты, составляющие этот художественный фонд, поднимается к олимпийской чаше. Виталий Георгиевич, никто не знал, как будет, да, это происходило? Да, это была загадка. Многих интересовало и спрашивали. Даже какое решение? Какое решение, да, члены МОК задавали. Вы случайно не забыли проложить лестницу для... бегуна. Да. А лестницы не было. Да. Ну, мы уклонялись, в общем, в тайне держали это. Сюрпризом было. И вот этот момент настал. Ребята, я не люблю красивых слов, но я помню свое ощущение. Пацана 22-летнего, который там сидел. Я был совершенно диком, просто нечеловеческом восторге от того, что есть шанс такой увидеть это вживую, не по телевизору, а именно вживую. И на самом деле это ощущение, конечно, было подавляющего большинства там, потому что в любом случае это колоссальный праздник, и это бывает, может быть, раз в жизни. Да, этот огонь издалека было видно в Москве. Со многих точек, особенно с Ленинских гвоздь, Воробьев гор. Раньше же чаши не было здесь на стадионе, это уже результат реконструкции. Это специально, да, во время реконструкции было сделано. This touch was used in Athens in 1896 and was revived by the Americans in Los Angeles in 1932. I'm afraid that whatever message those birds have, not going to have much effect on the troubles that affect the world at this time. Вот. Ну, олимпийский протокол церемонии открытия, он строго соблюдается, и там есть обязательные элементы, и они повторяются на всех олимпиадах. И в частности, вот следующий элемент, который обязательно бывает, это клятва. Клятву дают трое на самом деле. Спортсмен, судья.
судья и официальное лицо олимпийскую пятку. Двое или трое? Виталий Кирш. Виталий Кирш его показывает двое. Он-то лучше знает, чем я. Спортсмен и судья. Судья. Абсолютный чемпион 21-го года.